Следующим выступающим, вот ребята сейчас постепенно тут настраиваются, будет нижегородский хроноп. Кстати говоря, группа «Хроноп» была представлена на альбоме в поддержку Артемия Троицкого «За Троицкого». Сегодня будет эта песня, которая на этом альбоме? Ну, они еще не решили. Хорошо. Значит, кто не знает, группа существует 25 лет. На самом деле, после какого-то периода группа, когда вот, сужу по себе, когда группа появляется, есть какой-то энтузиазм такой чисто, ну, по молодости или по новизне, но в какой-то момент начинаются вот такие будни, которые, увы, иногда бывают не самыми радостными и легкими. 25 лет – это точно группа прошла через, как говорят, пики и равнины, и ущелья, и, наверное, много еще. Так что, когда вы слышите, что тем более, что русская группа, которая существует 25 лет, это на самом деле не так это легко дается. Особенно в наше время, когда у человека есть выбор, ко мне иногда подходят разные музыканты или продюсеры, которые вот из новых поколений. И вот я вам расскажу один вопрос, который мне был задан. Он говорит: «Василий, я вот тут с группой, и вот пару лет мы чего-то туда-сюда как-то не очень. Я вот и себе еще один год даю, а потом вот я думаю открыть шиномонтаж». Вот веяние времени. У меня никогда мыслей таких не было. Ну, наверное, просто из другой эпохи. Вот. Так что, представляю лидера Вадима Демидова. Вадим также выступает сольно. Но, в принципе, это не так часто группа выступает, тем более в Москве. Значит, в 2006 году «Геометрия» издала проекта Вадима «Лучше поздно». Сегодня, вот я не знаю, ребята вам сами расскажут, но я ожидаю, что они сыграют кое-что из совершенно нового репертуара. Вот, который, скорее всего, тоже будет в ближайшее время издан на лейбле «Геометрия». Ну все, итак, приветствуем группу из Нижнего Новгорода.